Приветствую вас, уважаемые друзья, на нашем канале New Technology. С вами Юля, и сегодня я познакомлю вас с новинками от компании Oppo, которая представила их на презентации в Китае. Это R11S и R11S Plus. Эти устройства являются обновленными версиями Oppo R11 и R11 Plus, которые были выпущены еще в июне этого года. Что же обновила в этих своих новых флагманах компания Oppo, чтобы вызвать желание вытрясти из кошелька довольно немалую сумму купюр и оплатить покупку этого девайса? Начнем с внешнего вида аппарата. Оба смартфона получили металлический корпус с инновационной шестиполосной антенной, органично вписывающейся в металлический корпус. Те, кто помнит предыдущие аппараты этой линейки, поймет, что на тыльной стороне мало что изменилось. Все та же вверху двойная камера, рядом светодиодная вспышка, логотип компании и единственное изменение – это сканер отпечатка пальца, который переехал сюда с передней панели аппарата. Расположение кнопок на боковых торцах тоже не претерпело особых изменений. На правой грани находится кнопка питания и слот по две сим-карты с поддержкой LTE и с возможностью замены одной из них на карту памяти microSD объемом до 256 ГБ. На левой расположены только клавиши регулировки громкости. На нижней грани все так же находится microUSB-порт с поддержкой OTG, аудиораздъем на 3,5 мм, основной динамик и микрофон. На верхней находится только микрофон для шумоподавления. Так где же изменения, спросите вы? Терпение, уважаемые друзья, потому что мы как раз и подходим к тому, что же все-таки изменилось в дизайне аппаратов. Это, конечно же, экран. Младшая модель Oppo R11S получила модное условно-безрамочное исполнение с соотношением сторон 18:9, куда входит 6,01-дюймовый AMOLED-дисплей от Samsung с соотношением экрана к лицевой поверхности 85,8% и разрешением 2160 на 1080 точек, что в итоге даст плотность пикселей 401 ppi. Покрыт экран закаленным 2,5D стеклом Gorilla Glass 5, которое даст устойчивость к повреждениям. В Oppo R11S Plus экран будет такой же, как и в младшей модели. Единственная разница – это размер дисплея, который составит 6,43 дюйма, и, соответственно, плотность пикселей здесь будет 376 ppi. Над экраном глазок фронтальной камеры, прорезь под динамик и датчик приближения освещенности. Внизу только на экранной кнопке управления. Теперь, уважаемые друзья, переходим к камерам, которые являются гордостью компании Oppo в своих новинках. При разработке основной камеры особое внимание уделялось съемке с быстрой фокусировкой, уменьшению количества шумов и повышению производительности в условиях низкой освещенности. Основная камера состоит из двух модулей, имеющих тип сенсора CMOS. Один из них – это 16-мегапиксельный, второй – 20-мегапиксельный. Оба модуля шестилинзовые с апертурой f1.7 и большим размером пикселя в 2 микрона для лучшей работы с низким освещением. Oppo говорит, что обе камеры способны делать снимки независимо от текущих условий освещения, в отличие от других установок двойной камеры, где одна камера действует как монохромная или телеобъектив. Здесь же 20-мегапиксельная камера оптимизирована для условий съемки с низкой освещенностью, в то же время как 16-мегапиксельная камера предназначена для повседневных съемок. В настройках камеры заявлены профессиональный режим, панорама, HDR, режим распознавания лиц, серийная съемка, сенсорный фокус, цифровой зум, выбор сцены, автоспуск и другие. Теперь поговорим о фронтальной камере. Oppo уже много лет внедряет современные технологии усовершенствования портретных снимков для съемки качественных селфи. Фронтальная камера на 20 мегапикселей со светосилой f2, пятилинзовой оптикой и продвинутым софтом для украшения лица Beautify 4, в котором Oppo предоставляет улучшенный алгоритм избавления от недостатков в виде огромного количества всевозможных эффектов наложения на готовый снимок. Благодаря 8-ядерному 64-битному процессору Qualcomm Snapdragon 660,
который производится с использованием 14-нанометрового технологического процесса и предлагает восьмиядерную архитектуру. Блок из 4 высокопроизводительных ядер Cortex-A72 с частотой до 2,2 ГГц и блок из 4 энергоэффективных ядер Cortex-A53 с частотой 1,8 ГГц. За графику будет отвечать процессор Adreno 512. Оперативной памяти в младшей модификации будет 4 ГБ формата LPDDR4 и 64 ГБ встроенной. В старшей модификации будет 6 ГБ оперативной памяти и те же 64 ГБ встроенной. Новинка будет справляться со всеми современными задачами. Оснащены смартфоны программным обеспечением Android 7.1.1 Nougat с фирменной оболочкой ColorOS 3.2, которая потребляет меньше энергии и обеспечивает плавную производительность со встроенными функциями безопасности Privacy Protection, антивирусом Avast, режимом разделения экрана, разблокировки лица, также есть режим ускорения игры, интеллектуальная галерея и много других интересных фишек. Батарея на 4000 мАч в Oppo R11s Plus обеспечит работу в режиме ожидания до 284 часов, а поддержка зарядки VOC продлевает время работы на 2 часа всего за 5 минут нахождения у розетки. Oppo R11s будет оснащен батареей на 3205 мАч с той же технологией, что и у старшего брата. В сети представлены 2G, 3G, 4G LTE, 4G+. Беспроводные интерфейсы – это модуль Wi-Fi 802.11 с окончанием AC, работающий в диапазонах 2.4, 5.1, 5.8 ГГц. Wi-Fi дисплей. Поддерживается технология 2x2 MIMO и Bluetooth 4.2. За навигацию будут отвечать модули GPS, AGPS, GLONASS. Размеры аппаратов составят для Oppo R11s 155,1 на 75,5 и на 7,1 мм и для Oppo R11 Plus 164,8 на 82 и на 7,3 мм. Вес аппаратов будет 153 грамма и 182 соответственно. Oppo R11s Plus будет предлагаться в двух расцветках – черный и золотистый, и его цена составит $560 США. Oppo R11s будет доступен в черном и золотистом исполнении, и его цена составит $450. Также есть версия в красном цвете, где стекло обработано особым образом, чтобы в верхней и нижней частях передней панели появлялась красноватая подсветка. Цена такой модификации будет выше – $482. Оба девайса уже будут доступны для предварительного заказа в Китае. В продажу Oppo R11 поступит 10 ноября, а Oppo R11 Plus – 24 ноября. Что касается международной доступности, оба устройства будут отправлены в Тайвань и Сингапур в конце этого года, а на других рынках станут доступны в следующем году. Что можно сказать в итоге об этих новинках? У компании Oppo много поклонников, хотя бы потому, что за хорошую внутреннюю производительность, отличные камеры и большие с высоким разрешением экраны цена гораздо ниже других именитых брендов. Поэтому будем ждать эти девайсы в продаже. Ну а на сегодня все, уважаемые друзья. И как всегда, я не прощаюсь с вами, а говорю до следующего обзора. Не уходите с нашего канала, а обязательно подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних новинок. Ставьте лайки, комментируйте и оставайтесь с нами. С вами была Юля и канал New Technology. Bye-bye!